Так, показываем второй способ, как подключить Bluetooth меню. Для этого заходим в настройки. В настройках, настройки мультимедиа. Нам нужно инженерное меню. Нажимаем восьмерочки. Попадаем сюда. Здесь есть меню иконки. Иконки меню. И вот смотрите, что можно повыбирать. Как добавить. Вот, например, iPod. Два раза нажимаешь, и здесь она появляется. Все это появится у нас, соответственно, теперь на рабочем столе. Вот здесь есть OBD. То есть я уже заранее его добавил. Точно так же можно убрать. Вот мне AVIN не нужен, я его убираю. Видео там или что-то еще. Можно сохранить. Оно попросит сделать reboot, но я не буду сохранять. Нет, все-таки сохраним, посмотрим. Это займет сейчас пару секунд. Так, загружается. Потерпите еще немножко. Хочу показать, есть ярлычок. Кто уже устал, посчитайте до 10. Первая загрузка всегда так идет. Все, Android загрузился. Забегаю в менюшку. И здесь у нас появятся эти ярлычки. Ярлычки, в том числе и специальный ярлык для подключения OBD на Bluetooth. Так. Кстати, так подобное main меню, оно есть и в других версиях Jensun. Вот смотрите, кондиционер появился в OBD. Ну и много чего другого позволяющего. Он сразу уже